Салют, друзья! С вами снова Grand Inquisitor. Мы продолжаем играть в Metro Exodus. Присаживайтесь поудобнее, берите чайковский, кофе, вкусняшки. И я желаю всем приятного просмотра. Погнали! Малость жутковатое у нас тут место. Что поделать? Давайте посетим этот домик. Прошел в целом где-то 2 дня. От того неудачного стелса я уже отошел. В целом. Кстати, и простуда у меня почти отошла. Но кому интересно. В общем, сегодня будет все лучше, активней. Ну и погнали, в общем, да. Это у нас, насколько понимаю, какая-то заброшенная типа лесопилка. Что-то в этом роде, да? Еще и дышать нечем. Понял, принял. А адмирал вот этот самый, который ушел сюда умирать. Нам Ольга рассказывала. Да будет свет. Не знаю, хорошо это или нет, но... Черт возьми, не работает. Точно? Точно. Держимся подальше от этой гадости. Я вот думаю, нам все-таки обойти нужно, а не туда ломиться. Что-то дождь пошел? Заперто, черт возьми.
Хотя можно было и тут пройти. Да ладно. Не работает. Где же нам провода-то нужно починить? Я понял, понял. Куда же я забрел-то, черт возьми. Вот и дверь, откройся. Уже попроще будет. Совсем гиблые места, совсем. Вот и генератор. Фонарик всегда должен быть заряжен. Всегда. Так, ну что, работает он или нет? Ну-ка. Испытаем удачу. Давай, родной, давай. О, да. Есть. Боюсь, только шума мы еще больше наделали. А вот и не догоните вообще ни разу. Ничего у вас не выйдет, суки, ничего. Блять, адмирал, я понял тебя, понял. Я понял, валим отсюда, просто валим. Пофиг, что за нами, валим. Иначе будет еще хуже. Остановиста, суки. Какая дружелюбная крыша. С дружелюбными звуками. Ты где там, родной? Ты где там зашкеился? Выходи. А в дверь постучаться языка нету. Забыл, как учитель говорил. Вежливость.
Вот что отличает нас от бандитов и других животных. Погоди, ты же не из наших. Но ты это не серчай, братан. А так? Вроде не похож. Хотя кто у вас бандитов разберет? Сегодня одни, завтра другие. Я правильно говорю, Сеня? Ты, адмирал, всегда правильно говоришь. Отставить! Вы мне так все залижете. Тут все свои. Так, о чем это я? Ах, да, бандит. Ну, раз ты тут, значит, всем этим слабакам, пионерам и недопиратам крышка. Я прав? Молчи и не отвечай. И так все понятно. Ну, туда им и дорога, ссыкунам. Адмирал, а может, к столу его пригласить? Гость же, хоть и бандит. Черт возьми, как у него печально это все. Дело. Садись, бандит, чаю выпьем. Такого чаю ты еще не пробовал. Сам собирал, сам сушил, сам заваривал. От этих-то помощи никакой. Ну, хоть едят немного. Да, парни? Вроде без противогаза можно. Давай присядем, да. Коль хозяин угощает. Стараемся, адмирал. Все, устроили балаган. Орете, как водяные в полнолуние. Совсем гости не уважаете. Слово сказать не даете. Не обращай внимания. Ну, за встречу. Давай. Хороший выпьем. Чай. А ссыкуны сухопутные не пьют. Радиация, радиация. Какая радиация? Ты на нас посмотри. Здоровее не бывает. Радиацию мы презираем. А ты молодец, что зашел. Видишь, ребята, как приободрились. Нам ведь тут и поговорить не с кем. Я закую, с твоего позволения. Стали. Даже Ромыч и тот про нас забыл. А мы ведь вместе наш штаб пиратский тут строили. Вон, ребята, не дадут соврать. А? Да, все вместе делали. Помню, вместе. Все помнят. Вот. Все помнят. А он, гад, забыл. И остальные ссыкуны сухопутные тоже забыли, кто тут за них насмерть стоит. Сначала-то как радовались. Кричали: «Всех бандитов поубиваем! Пионеры-ссыкуны! Учитель не прав! Не защищаться надо, а нападать!» Кричали, а? Еще как! Как резанные кричали! Громче тех бандитов, что мы тогда постреляли! Видишь как? Мои парни помнят. А те забыли. Ну, как кричать да пионеров с ссыкунами называть, они, конечно, молодцы, да. А вот как тут жарко стало, да водяные сотнями полезли, сразу другую песню запели. Ой, радиация! Бывают такие люди, к сожалению. Ой, опасно! Ой, учитель с девчонками передал, чтобы уходили. Понятно, с водяными воевать — это не бандитов по столбам развешивать. Бандитов и пограбить можно, а с водяных чего взять? А что они всю долину сожрут, если мы не защитим, так кому какое дело? Крысы они, крысы, вот они кто, сухопутные. Крысы. Раньше надо было учителя слушать. Хотя им, крысам, все равно кого слушать. Хоть учителя, хоть девчонок. Главное, трусость свою оправдать. Вот так и удрали все, ссыкуны. Да.
Даже пионеры и те храбрее были. Людка их на плотину повела. Через тоннели собирались, за водохранилище выбраться. Романтики, чтоб их. Не знаю, выбрались куда или нет, но точно радиации не боялись, не то что те ссыкуны. Но сейчас-то у них из храбрых одна Олька осталась. Она к нам частенько заходила. Да и на совете с сыкунам этим разгон давала. Ольга баба вообще такая боевая. Хорошая. Да ладно, к нам. Это к тебе она заходила. Ага, сейчас. Ко мне. Хотя, если б не ранение, я б солькой всю долину перевернул. А теперь, зачем я ей нужен в коляске? Ну и черт с ней. Баба на корабле к беде. Мы же с тобой остались. Да, парни мои остались. Хотя, понятно, пришлось уговаривать. Чего глаза потупили? Стыдно? Хотели же смыться, бросить старого друга. Хотели, а? Ты чего, адмирал? Мы же за тебя горой. Да, да. Горой! Вот этому вот расскажите! Вон как уши развесил! А мне не надо! Я вас насквозь вижу! Если б я вам тогда чаю тройную дозу не заварил, тоже свалили бы! Как пить дать! Лёпа, аккуратней с гитарой! Есть быть аккуратней. Ну что за руки-крюки? Аккуратней, это же инструмент. Так точно, инструмент. Да что с тобой такое сегодня? Вот как отправлю сейчас палубу драить. Прости, адмирал. Прости, прости. Ладно, прощаю. Ты бы сыграл что-то, а? То роняешь гитару, роняешь. Давай нашу, любимую. Есть нашу черт любимую, ей, адмирал. Кругом одни крысы сухопутные, крысы! Давай, Тёма, давай. Да, поищу вот наше подумал, время. А не закурить ли нам? Считаю закурить. Ох, хорошо. Крепкий какой. Универсальная штука этот чай. И заварить, и закурить. От жара, от пожара, от домашнего расстройства. Аромат, конечно, на любителя. Но мне нравится. А ребята мои уже привыкли, не жалуются. Не то, что раньше. Да. Вот мы тут сидим, вроде бы спокойно, безопасно, но чувство тревоги все равно не покидает. Не дает расслабиться. Чай хороший, только в сон от него клонит, да. Ты, бандит, вот чего. Оставайся. С нами весело. И поговорим по душам, и выпьем, и закусим. Банку тебе выделим. А я отдохну пока. Вздремну немного, чуть-чуть, совсем. Красота! Красота! Достижение получили. Five o'clock. Ты, в общем, спи там, родной, а я пойду дальше.
Так и думал, что что-то можно забрать. Давай. Совсем с катушек не слети. Хотя. Казалось бы, жалко мужика. Но он тут тоже по своей воле. Никто не заставлял. Ладно. Ребята, я скоро буду. Держитесь там. Пожалуйста, только держитесь. Новая цель у нас. Совсем близко. Двинули. О, хозяин леса, да? Второй раунд все-таки. Пусто. Спокойно. Вон он, гад. Удирает от нас. Боится. Это хорошо. Что у нас, берегись медведей, знак, а? Стоп, денджер, ага, конечно, стоп. Куда ж мы денемся-то, блядь? Достаем зажигалку. И, как гласит девиз Инквизиции, все, что нам не нравится, жжем на святом костре. Ну, или же... Делая проще, очищаем святым огнем. Вот они, падлы. Ну давайте, кто смелый, кто подойдет? За звуки такие. Вот она, пошло метро. Пошло родное. Добро в хату. Блядские звуки. Фонарик, ты чё? Работай. Не вздумай погаснуть. И так страшно. Потрясающая зона. Радует, что капец. Аномальная хрень какая-то.
Ну все, минус фонарик, минус жизнь, минус мы, плюс страх, минус сердце. Ага, все прелести. Факел, факел зажгли. Хоть что-то хорошее в этой жизни произошло. А еще есть? Ага, с револьвера только и постреляешь по ним. Круто. Радиация добит. 6. Давайте не будем сидеть на одном месте. Револьвер надо после каждого выстрела. Неудобно, возьмем снайперскую винтовку, может получше будет. Зажигаем факела. Очень приятные места. С приятными обитателями, мать их. А что у нас за оружие такое офигенное? Не пострелять ни хрена. Давайте зайдем в этот, в эту комнату. Не знаю, что здесь, но хочется посмотреть. Знаете, уже не очень хочется. О, Робин Гуд, о, зашибись. Потрясающе. Вообще ни хрена не видно. Зашел, бляха, посмотреть. Thank you.
Пока живем еще. Пока живем, мурашки просто по затылку, по шее. Жесть. Это должно быть что-то. Должно быть что-то хорошее в этой комнате. Черт ее возьми. Один коктейль Молотова, вы издеваетесь там. Нахрен все это, нахрен. Чертовы споры. Фонарик, фонарик нам возвращается, родной, родной вернулся. Вернулся, сука. Выходим отсюда. Выходим к чертовой мать отсюда. Что? Как? 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 Почему? Черт, блядь. Ну полезли. Полезли. А вот теперь нам точно напоминает фильм Пандорум. Очень хороший, кстати, советую. Чёртова паутина замедляет. Аптечки закончились. Ловите, суки. Блять, мурашки просто по всему телу. Вообще безостановочно. Не стоим на месте, давайте двигаться дальше. Канистра, знаете, как обнадеживает, что вообще-то капец. Берем, заливаем. Надеемся, что что-то есть и генератор работает. Черт возьми! Сука, как всегда. Не вздумай садиться, родной, не вздумай. Хрен там, оно работает без генератора.
Давай, канистра. Ну, пожалуйста, скажи, что здесь что-то есть. Пожалуйста. О, да, 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 хорошо. Да. Погнали, Тёма, погнали. Вообще не тормозим ни разу. Новая волна, новые полезли. Заводи. Заводи, механик, заводи. Да будет свет. Погнали. Не хочу здесь ни на минуту оставаться. Да-да-да, вот они новые. Оружие говно, аптечек нет. Валим. Вот здесь хорошо освещено, они сюда не полезут. Не думаю. А вот оттуда могут, сука. Самое время почитать окровавленное письмо. Да и Зины наверху не оказалось. Почему мы вообще решили, что она там? Понятно, мародеры на ней поехали, но должен же был кто-то остаться охранять. Вот он ее и увел обратно, когда понял, что остальные не вернутся. И мы тоже теперь не вернемся. Пока шли туда, пауки только по углам шуршали. А когда обратно двинули, стоило только ворота закрыть. Хотя все равно нам крышка. Ромыч бы не простил. Людка бы его, понятно, уговорила. Но ее саму кто уговорит? Пешком потопала, ненормальная, хотя она как раз может и дойти. Пора, пауки уже близко. Прощайте, ребята. Прощай, боец. Верстак. Что мы можем сделать? Как минимум аптечки. Уже хорошо. Фильтры для противогаза надо? Нет, пока нет. Давайте один. Лучше всего мы можем сделать, но нам стрелять-то не из чего. А двухзарядный магазин уже хорошо. 10 патронов, отлично. Чистим, чистим. Оружие нужно содержать в чистоте. Шесть болтов. Отлично. Похилялись и сделали тут же новую аптечку. Это закон. Погнали дальше. Запасной выход, отлично. Хорошая новость. Еще вопрос, куда мы выйдем? И как? Потрясающе. Самые лучшие звуки. Когда ты думаешь, что уже все более-менее хорошо, начинается еще более жопа. Ну что, на лестницу, Тёма, давай. Могу поверить. Ты ли это? Родной. Братишка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну давай! Тихо! Артём? Алёша, брат! Я рад тебя видеть. Взаимно, брат.
Взаимно. А я с нашими связался наконец-то. Волнуются. И я их понимаю. В общем, Тёма, тут все не так просто оказывается. Да здесь вообще полная жопа. Покажу. Ну, а что он покажет, мы увидим в следующей серии. Спасибо всем, кто был со мной, кто писал комментарии, ставил лайки. Спасибо за просмотр. Всем удачи. До новых встреч.